Празднование Дня памяти святителя Митрофана Воронежского и ежегодные митрофановские церковно-исторические чтения торжественно завершились фестивалем духовной музыки на сцене концертного зала Воронежской филармонии по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. И ангелу Скифской церкви напиши, так говорит первый и последний, который ты мне пишешь. На фестивале духовной музыки коллективы представили в основном песнопения и служб святителя Митрофана. Всегда проходили духовные концерты, рождественские, пасхальные. Всегда с большой теплотой воспринимали зрители эти концерты. И новый фестиваль просто добавил радости нашим слушателям, которые обрели еще один праздник духовной музыки.